Привет, сегодня обзор такого компактного наборчика для замков английского типа. Значит, что у нас тут имеется? Одна ручка, натяжитель, еще натяжитель и прочесики. Значит, это у нас, скажем, для того, чтобы поправлять что-то в замках, там, или доставать обломки ключей или фольги. А это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это рабочие инструменты. То есть ими можно пробовать открывать. Это у нас щуп такой для глубоких ключей. То есть секретов, там, где нужно будет вот так продавить глубокий секрет, то как раз вот этот манипулятор пригодится. Сейчас попробуем открыть все эти английские замки с помощью данного набора. Итак, дешевый китайский замок, тем не менее они иногда очень плохо открываются. Попробуем вот таким крокодилом его открыть. Замок открыт. Видно, да? Значит, теперь протестируем. Протестируем, что нам протестировать. Давайте такой пройдем. Тоже быстро. Ну сейчас, значит, возьмем вот такой цилиндр европейский. Он просто так уже не поддается. Он попадает в антипикинг, я чувствую. И вот в таких случаях нам нужен вот такой манипулятор. Им чуть-чуть тяжело пролазить за счет того, что он сильно торчит, но очень удобно продавливать пины. Попробуем сначала загнать замок в ловушку вот таким трактором, крокодилом. А он открылся у нас, в принципе, и так без этого, без антипикинга. В общем, вот такой неплохой наборчик, очень удобная ручка, затягивается, очень хорошие здесь есть насадки. То есть всех, кого заинтересовало, пишите. Ссылка и контакты будут в описании к видео.